Всем привет! Вы на канале Анастасии Канченко «Сделаем сами своими руками». Так как у нас скоро 14 февраля, день Святого Валентина, я сегодня буду собирать сердечко из оригами-модулей. Для того, чтобы собрать сердечко из оригами-модулей, мне понадобятся модули 32 часть от листика А4. Оранжевых цветов мне нужно будет 136 модулей, голубых 236 и белых 166 штучек. Итак, приступим. Начнем с оранжевого модуля. Коротким носиком на себя. Дальше продолжаем все как на видео. Thank you.
завершаем часть этой подделки тогда, когда у нас с обеих сторон, вот здесь, будет по 20 оранжевых модулей. Подделку завершаем. Вот таким вот образом. Такие полосочки нам нужно сделать 2 штуки. Дальше я буду делать подставочку. Она будет чуть меньше. Таким же образом, только меньше. Здесь нужно, чтобы было 7 оранжевых штучек модулей. Теперь длинную часть подделки нужно выгнуть вот таким образом в форме
сердечко. Теперь эти две части поделки нужно приклеить друг к другу и проклеить внутри. Подставку для сердечка тоже нужно выгнуть вот таким вот образом. Итак, пока наше сердечко сохнет, мы будем делать украшения для нашего сердечка. Это будут две красивые бабочки. Для того, чтобы сделать бабочку, мне понадобятся модули, 64-я часть от листика А4 разных цветов. Синего мне понадобится 161 штука, красный 64, светло-желтый, такой неоновый, 48 штук, светло-зеленый 28, белых 6 штук, розовых 8 штук, оранжевый цвет 6 штучек, желтый, обычный желтый 6 штук, голубеньких 8, фиолетовых 8 и темно-зеленых 8 штук. Итак, приступим к сборке бабочки. Начинается бабочка с двух синих модулей. Острым носиком на себя. Начало можно проклеить клеем, чтобы оно все это держалось у нас. Красным модулем закрепляем таким вот образом. Два синих одним кармашком надеваем. И дальше следим внимательно за видео. Цвета вы можете взять любые, какие вам нравятся. Не обязательно такие, как у меня.
Здесь нам нужно надеть на 3 кончика один синий модуль. И здесь опять на 3 вот этих вот кончика надеваем синий модуль. Теперь тут на 3 кончика надеваем синий модуль. Вот такое крылышко. Ну, нужно сделать точно такое же и второе крылышко, только асимметричное. Все это проклеиваем клеем. И приступаем ко второй паре крылышек. Следующее крылышко мы делаем точно так же, как и первое, но на ряду, в котором второй голубой модуль, мы начинаем делать немножко по-другому. Если эти крылышки у нас были сделаны таким образом, все сделано одинаково, вот они, а это у нас другая пара крыльев. С ряда, в котором есть голубой модуль, мы начинаем делать по-другому немножко. А до ряда с голубым модулем делаем точно так же, как и первые крылышки.
надеваем друг на дружку. 4 модуля. А здесь 6 модулей. Два модуля кармашками внутрь. Итак, туловище. На один синий модуль мы насаживаем модуль одним кармашком. Один кармашек свободный. Следующий модуль у нас желтенький. И так далее. Потом к этому туловищу нужно приклеить вот эти крылышки, которые сохнут. Все это хорошенько высохнет. И мы будем украшать этими бабочками наше сердечко. Я склеила бабочку, крылышки, все склеила, приклеила подставку, сердечко, приклеила все это на картонку, и вот такая вот шикарная композиция у меня получилась. Отличный подарок ко дню Святого Валентина. Понравилось видео? Ставим лайк, пишем комментарии. Всех с наступающим Днем влюбленных. Всем пока-пока!